Встреча Большой Двадцатки – это уникальная переговорная платформа для стран с развитой и развивающейся экономикой. G20 – такая организация, которая провозгласила себя альтернативой ООН. Это, конечно, не так, но достижение соглашения в рамках этого клуба имеет критическое значение для всего мира. Так как Двадцатка изначально разделена на два блока, то диалог не всегда складывается легко и продуктивно. На этот раз разговор затрудняет назревающая война на Ближнем Востоке. Примерно половина участников высказывались за принятие силовых мер против Сирии. Оппоненты указывали на тот факт, что этот вопрос находится в компетенции Совбеза ООН, и форум не место для внешнеполитических игр. Но основная экономическая повестка форума оказалась не менее серьезной. Сегодня мир находится практически на краю финансовой пропасти. Официально такие заявления в новостных сводках редко появляются. Наоборот, многие говорят о стабилизации мировых рынков. Действительно, ситуация улучшилась, но о настоящей стабильности говорить пока не приходится. Еще в апреле прошлого года эксперты Мирового валютного фонда утверждали, что мировую экономику двигают развивающиеся страны. Но сегодня они же утверждают обратное. Государства, которые должны были спасти мир, могут стать главной жертвой кризиса. Именно по такому сценарию разворачивались события в конце 90-х. И есть все основания опасаться, что ситуация повторится.